я же знаю, что ты мой. Не прячь улыбку в телефоне, не убегай от встречи вновь. Пойми, что я твоя. Здравствуйте! И сегодня нам осталось до встречи Нового года ровно 17 дней. Наш адвент-календарь. Сегодня мы открываем окошечко под номером 8. Так, а где оно? А вот оно у нас здесь в самом низу. Так. Ой. Так. Так, и сегодня у нас вот такой вот интересный чаёк. Здесь написано пожелание, да? Учитесь быть благодарным, ведь каждому из нас дано очень много. Ну, сейчас мы достанем и попробуем этот чай. Вот такое восьмое окошечко. Значит, естественный сладковатый вкус этнического напитка. Wildberry Райбош. Из молодых побегов южноафриканского кустарника райбош становится еще более выразительным благодаря чудесному аромату земляники. Тонкий оттенок клюквы подчеркивает свежесть природного букета. Он, наверное, вкусный. Сейчас заварим, заварим. Так, пусть заваривается, пока стоит. А есть я буду сегодня вот такой эклерчик от Палыча. Смотрите, да? Желтенький такой. А, там, значит, есть такой набор эклеров, продается. Там они, ну, разноцветные, да? Белый, по-моему, шоколадный, да. Желтый. А вот какой еще? И какой-то еще там сверху какие-то, это посыпочка тоже какая-то. Вот такого цвета он получается. И тут что-то вот еще, то, что тут было написано. Молодых побегов южноафриканского кустарника райбош. Честно говоря, этот райбош, по-моему, отбивает землянику. А, еще тут клюква, да, по-моему? А еще тут клюква. Такой он чуть с кислинкой. Такой вот чаёк. Ну, что-то как-то не знаю. Тебе бы, мам, не понравился, да. Мне что-то тоже как-то не зашел он. Я не в восторге от этого чая, честно. Может, я что не понимаю в южноафриканских побегах. В общем, не, мне не понравился. Что-то как-то нет. Все, мне испортил чай. Как я буду есть эклер? Понадкусываю. Ты не съем, говорит, так понадкусываю. Так, ладно, теперь я пробую эклер. Так. Новый год по Кате. По Кате меня. Колобка заказывали? Так. Значит, эклер этот. Лимонный, судя по всему. С горчиночкой? Нет, там цедра лимонная чувствуется. А, с горчинкой? Угу, с горчинкой. Отравленный, наверное. Это я пробую эту верхушечку. Ну, вкусно. Угу. Вкусно. Они, по-моему, не очень жирные, эти кремы. Да, крем тут вообще. Я как-то такой... давно их ела, когда их тут начали выпускать. Крем классный. Угу. Там, по-моему, какой-то еще зеленый, что ли, был, розовый, нет? Это да, наверное, это из этой же серии, да, я так думаю. Они вроде не очень жирные. Вот такой вот эклер. Вот, ну что, доедать или не доедать? Ну, своеобразный тоже, да? Но он своеобразный, да. Сегодня классный день. Да. Чай. Фу, эклер. Тоже так себе.
Антимукбанг, ребята. Классно, да, придумано. Вообще просто вот это так. Да. Не все, что красиво. Не все, что красиво. Да, и вот тут тоже пакетик-то был. Земляничка. Динь-динь-динь. Вроде бы красиво. Вроде бы красиво. А в итоге что? А за земляничкой? А в итоге... Скрывались какие-то горькие победы. Так что вот как-то так. Фу-ху-ху. Вот. Ну и так бывает. Ну и ничего. И все бывает. Пусть и это будет самая большая печаль. Ложечка дегтя будет в ложе в этой. Пусть это будет самая большая меда в нашей жизни. Да. Да. Вот. Поэтому всем вам желаю. Чай поднимать не буду. Всем вам хорошего настроения, чтобы ваш день был более удачливым. Да. Ешьте что-нибудь повкуснее. Пока-пока. Пока-пока. Но я же знаю, что ты мой. Не прячь улыбку в телефоне, не убегай от встречи вновь. Пойми, что я твоя.